Опять вылетел. О, он меня выбил. Не, вот это жесть, конечно, была, да. Это просто... Он меня через стены простреливает. Убил. Сейчас, подожди. Тоже будешь записывать? Да. Могу. Блин. Я не буду записывать, мне впадло. Или записать. Я просто настроен там, например, в этом. Ай, ты сука, бургунда. Ладно, пусть валит. Да его забанят, слушай, запишут на него. Не-не-не, слышишь, он вообще просто без пикап, без сквозь вагон, сквозь все, что только можно. Код решил забить вообще на приличие. На игру. Он вообще сквозь это. Думаешь, на игру забить решил? Или как конец? Мушкет он тебя убил уже? А нет еще. А чё, подожди, если его поймали, почему не забанили? Да это я помню. Не, ну, вот это сейчас, это просто, это... Сквозь вагоны, сквозь стены. Пыс, ничего не палец, он целит по мне. Сквозь вагоны на аномалии. Опять вылетело. Кому где он сидит туда? Ладно, давай что-нибудь ящик соберем. Да забей на эти. Надо видео отправить на этот нас. Капец, видите, забрали уже. Кто он спалился уже? Вон, я убил его. Давай, короче, просто дернем ящиками. Все, есть дымок? Давай. Почему больше не стреляет через стены? Вон, вдвоем ящики унесли. Давай, короче, выгоним просто. Все ящики несут 4. 4 человека. Давай, короче, на скилл возьмем, просто на скилл. Слышишь, это как? У меня сейчас, короче, по 2 раза за бой вылетает волк. Вот он стреляет. Да-да-да. Александр. Я вижу, по мне вон искры висят через вагон, видишь, да? Убил тебя? Через стены. Слышишь, вот эти, которые в отряде с ним, они тоже гомосеки, автоматически. Да не, эти без чеков, не, я не про то, что они считают, просто они вот с ним играют. Нет. Те что ли прям? Ну эти-то не палят. Блин. Вот наш ед, поэтому по-нашему убил в голову. По мне стрелять. Да ебона мать.
Слышишь? А я до химика точно такой же. Слышишь? То же самое сейчас сделал. Ладно, чё. Вот мы и увидели. А, о, там на втором этаже я был, он мне через стену залупил. Отмышал. Он видит. Потому что не все простреливается. Он ждет, пока ты ближе подойдешь. Вот. Да прикинь, я на втором этаже. Да ну это, блин. Печалька вообще. О, прибил. Меня убили. Олег тебе через стену убил. Я очень верю. Да нет. Как он мне узнал, что ты паузу делал, ты ёбаный? Как он узнал, что ты паузу делал? Скажи. Да ладно, я думаю, ну этих забанят или все. Кто этих видео отправлен, я уверен. Можно не переживать. Что вот крутили-то? Да ну реально дураки, лучше бы продали. Бля, бля, долбят именно вдвоем. Хотя стали. За 1000 Бурзум рублей даже, и... да? Они взяли, защитили. Реально. Так ненавидеть, так почему пока вот не понял? Да все это тут уже. Там какой, зайди в дом слева, если посмотришь. Смотришь кино вообще четкое, там через стены долбит именно. Я бегаю, там он попасть просто не может, понял, в дырки стены. Хотя я вообще не волк, а нигде не пойду. Слышишь, мушкетер, у тебя и наши голоса пишутся, да? Сразу замолчались. Я повторяю. Убил ты его, смотри, он передо мной сейчас был. Смотри, мы выиграли, это главное. Ну иди, иди просто на них ходи, просто ради видео, просто иди вперед. Ой, кобыла, кобыла, больно ж папе. Ля-ля, что делает? Блин, надо, короче, настроить это говнище, блин, просто, чтобы тоже записывать. Давай, отбивай. Всё, записал, да? Нас батареи украли. Всего две, да тут... Блин.
Пометил одну, вторая в проходе, вот там, где выход с нашей базы, прямо, бегом туда. Вот наверху. Сейчас я бегу, я знаю. Разорвало голову граната ему. И нет, подожди, он что-то стоит живой или что это? Приносил, я думал, умер. Ладно. Вообще, смотри, что это хижина. Да ну реально, реально дураки, вот смысл это делать, если можно, даже, ну не знаю, за 2000 они точно бы продали аккаунты. Хотя бы за 2000, да, и чё, лишние деньги. Это они решили просто так забаниться. Кто записал на всех там? Их же двое. На обоих записал? Да как они через... Да ты просто встань, ходи просто вот, ну, по центру, они тебя будут через стены убивать, все, этого хватит. Слышишь? Встань просто. Ты, слышишь, ты когда еще отправлять будешь видео, разрабам, напиши, прям вот, кто им смотреть, там видео большое получится, они тоже время тратить, мне кажется, захотят. Зачем конкретно? Да увидишь, ну увидишь, ну это палево просто специально, чисто уже. А чем ты пишешь? А в GeForce программа там специальная. Да, GeForce он... Убил, ты его убил там, как в шаре этом, да? Блин, парни, я вам скажу, это самое... Вихрь меня сейчас радует вообще. Мы выиграли.